Треугольник. В него вписана окружность. Отлично. Представьте себе, что вот эта вот сторона длины, скажем, 15 сантиметров. Вот эта сторона длины 23 сантиметра. А вот эта сторона 18. Скажите, пожалуйста, чему равно расстояние от точки А до точки Б? Нет, конечно, не посередине. Нет, точка не посередине. Нарисуйте, пожалуйста. Подсказка такая. Вот эту вот величину обозначить буквой X и после этого писать уравнение.